транслятор этого. А? После транслятора скажешь, просто. Ну, из года в год уже продолжается эта эпопея с Зарей. Что скажете, как бороться с этим? Мы же должны традицию соблюдать. Что не разочаровывает. Ну, а если серьезно, ну, в чем причина вот таких постоянных неудач именно с Зарей? Ну, действительно такой неудобный соперник. Что ты здесь поделаешь? Я аплодисмент. Одна команда выиграла, другая проиграла. То есть не стоит пеплом посыпать голову. Бывает, проиграли, да, должны сделать выводы, смотреть дальше. Забыть эту игру побыстрее все. Наверное, в жизни бывает такой соперник, которого действительно в футболе вот именно каждой команды. Ну, я бы не сюда Зарю не отнесу, что там везет, не везет. Ребята молодцы, ребята там выполняют задачу тренера. Это достаточно опытная команда, которая показывает хорошую игру, хорошие результаты в последнее время. Так что можно ее только с победой поздравить. Наверное, не последний момент вот в этих нестабильных играх, наверное, то, что, наверное, все-таки игроки потираются друг к другу. Вот вы можете сказать именно об этом, что это тренировках и играх это все-таки разные вещи? Ну, давайте там не будем виноватых искать, притираться, не притираться. Это мы вышли, играли, да, у нас сегодня не получился результат. Вот. Ну да, все виноваты, все понемножку. Опять-таки, все-таки проигран бой, но не проиграна война. Так что смотреть дальше с высоководной головой. Только так мы можем там что-то добиться. А так, если будем каждое поражение где-то искать негатив, так ничего не получится. Все. Спасибо всем. Оптимизм.